Приветствую всех любителей хорошего звука. Сегодня у нас два новых участника. Усилитель интегральный Sony 3/5 ESJ. И CD-проигрыватель Yamaha CDX-993. Коротко о Yamaha. Вот, собственно, среднебюджетная. По индексу цифровому это видно. 10 килограмм, 2 трансформатора на цифру и аналог. Шустрый привод, хорошо все читает. ЦАПы там, по-моему, собственные. Но по опыту можно сказать, что важно, наверное, не столько сами ЦАПы, чтобы они там были супер-пупер раскручены, а реализация этих ЦАПов. В Yamaha ни у кого никогда претензий не было, ни к звуку. За свои-то деньги она точно звучит. И про 993 что сказать? Да, крепкий среднячок. Звучит гладко, звучит объемно. Куда лучше всех бюджетов. Сравнивать даже не с чем. Даже вот если сравнить с предыдущим Marantz 6003, хоть и очень приличный в своем бюджете аппарат, но тут чувствуется выше уровень. Ладно, перейдем дальше. Sony. Топовый аппарат из последних серии ES. ESJ это уже, как мы видим, на MOSFET'ах. Что можно сказать про MOSFET'ы? MOSFET'ы Sony реализовала классно, конечно. И к предыдущим-то на биполярниках не было никаких вопросов. Прозрачные, с отличным разрешением, с очень вкусным звуком. Но MOSFET'ы это просто вот новый уровень. Прям просто новый уровень. И это говорят вот прям многие в интернете о том, что вот именно MOSFET'ы просто сделали эти модели просто шикарными. А с MOSFET'ами добавилась телесность. Жирность, выпуклость, что ли, звука. Как-то вот вкус еще добавился, жизнь добавилась. Ну а сам аппарат 26 килограмм. Это много о чем говорит, это понятно. Ну и, конечно же, красавчик, безусловный красавчик. Из конкурентов, что там взять? Yamaha A2000 или AX2000 или A2000. А... Да, наверное, еще много кто можно назвать. Я думаю, что уж Sony-то точно им не уступит ни в чем. Ни в каких возможностях. Естественно, усилитель топовый. И он что тихо звучит, с прекрасным разрешением. Не заваливает края диапазона. Что очень громко. Собственно говоря, Sony SSG5, он прокачивает, ну, прекрасно, ну, ему и положено, еще бы он этого не делал. Вот, ну, что еще про него сказать? Модель уже пультовая, вот, но пульта, к сожалению, нет, понятно, так часто бывает. Модель 100-вольтовая, но, к счастью, сохранился великолепно. Вот такой красавчик. Ну, просто смотрится он в этом цвете, ну суперски просто, ну, нечего сказать. Ладно, давайте добавим, что ли, послушаем. Звучит.
украшение, сцена, сказка. Может быть, самый малость еще про акустику стоит остановиться, кому интересно. G5 очень крупные полочники, даже не знаю, полочниками их назвать можно очень с трудом, если они больше 70 сантиметров, не помню на память, но больше 70 сантиметров в высоту, весом 28 килограмм или 27 ли, не помню тоже, особо говоря. Что про их звук сказать? Он хороший, домашний, качественный, немониторный, живой, с хорошим разрешением, без вот этой вот остроты жгучей, которая присуща, скажем так, диатонам 77-м или тысячным, Ямахам тысячным. Слушаются мягко, приятно, ну и бас, конечно, из них бас клещами тащить не надо, как из того, что я перечислил. Кому он важен, конечно. Ну, собственно, как-то вот так. Красавчик, красавчик. Все, всем спасибо за внимание.